И для тех, кто отдает предпочтение все-таки домашнему комфорту, а не долгим путешествиям, Анапа ждет адмирала. Новый жилой комплекс под таким названием появится в городе-курорте. Компания АСК заложила первый камень в основание дома. Архитектура здания, как рассказали специалисты, будет выполнена в современном стиле и впишется в облик Анапы. 20-этажный комплекс возведут по технологии монолит-каркас с использованием новейших материалов. Внешний фасад здания будет оформлен витражным остеклением. Квартиры в многоэтажке будут с большим выбором планировок. Объект удивит анапчан красивым фасадом, удобной планировкой, удобным местом размещения, благоустроенной территорией. В том числе на территории благоустройства находится подземный паркинг, что облегчит комфортное проживание жителей нашего жилого дома. Компания на рынке строительных услуг работает более 3 лет, но это ее первый пилотный проект за пределами Краснодара. Если вас заинтересовало то, о чем я говорю, все подробности от планировок до цен и сроков строительства нового жилого комплекса можете узнать в офисе застройщика.